любое блюдо преображают именно специи. Поэтому даже привычному куску говядины или свинины можно придать абсолютно новый вкус. Сегодня покажу вам, как приготовить говядину по-мароккански. Вы можете использовать набор готовых специй, но рекомендую найти каждую специю по отдельности. Такие продаются в больших супермаркетах или их можно найти на рынке. Блюдо сведет вас с ума своими ароматами, а после приготовления своим неповторимым вкусом. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Вымойте мясо, оботрите его салфетками и натрите со всех сторон солью и черным молотым перцем. Смешайте все специи с измельченными зубчиками чеснока, нарежьте крупно лук, морковь. 2. Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом, выложите мясо и обжаривайте его со всех сторон до золотистой корочки, выложите вокруг мяса лук и морковь. 3. Залейте мясо водой, гранатовым соком, добавьте лавровый лист и смесь специй, накройте крышкой, отправьте мясо в разогретый до 160 градусов духовой шкаф на 2-5 часа. 4. Достаньте готовое мясо из кастрюли и накройте его фольгой, процедите образовавшийся соус, по вкусу посолите и поперчите, добавьте лимонный сок, запарьте кускус, мясо разберите на волокна, подавайте мясо вместе с кускусом, соусом и украсьте зеленью. Подписавшимся, больше вкусностей. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Чеснок, 2 зубчика. Семена кориандра, 2 чайных ложки. Молотая куркума, 1 чайная ложка. Молотый имбирь, 1 чайная ложка. Молотый тмин, 1 чайная ложка. Корица, 1 чайная ложка. Паприка, 1 чайная ложка. Хлопья чили, 0,5 чайных ложки. Соль, молотый перец, по вкусу. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Говядина, 1,3-1,5 килограмма. Лук, 1 штука. Морковь, 3 штуки. Лавровый лист, 2 штуки. Вода, 1 стакан. Гранатовый сок, 1 стакан. Лимонный сок, 2 столовые ложки. Петрушка, по вкусу. Кускус, по вкусу. Количество порций, 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.